Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні точно буде така. Адже сьогодні будемо, друзі, говорити про те, що відбувається на фронтах, про те, що відбувається на фронтах, на нашій всій війні, в усіх її галузях, так би мовити. Тому що, насправді, я повторюсь, мені здається, українське суспільство тільки зараз починає дозрівати до дуже простої думки, що про війну мають розказувати люди, які в ній, а, розбираються, б, які хоча б там бувають, і в, які мають прямий стосунок до сил оборони України. Бо, на жаль, коли 2 роки майже про війну, особливо на офіційних різноманітних джерелах, говорили люди, які до війни не мали жодного, по суті, стосунку, ну, результат ми бачимо, як у нас чудово продовжується мобілізація, як люди ставляться до дуже багатьох питань, як наскільки є віра в перемогу в тому сенсі, як це було колись. Ну, от про все це ми зараз поговоримо з людиною, яка на війні навіть не з 22-го року, звичайно, ще з 14-го. Це дуже відомий український військовий журналіст, його військовим експертом можна назвати, людину, яка і проходить службу в силах оборони України. І це, звичайно, пан Олександр Шульман. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Ну, от давно хотів саме вам, до речі, задати це питання. Я знаю, що ви великий фанат танків, в хорошому сенсі цього слова. І от буквально за останні 5 днів я вже в купі різноманітних таких, типа західних, а-ля експертних статтях зустрічаю в думки, що, мовляв, ну все, от тепер нарешті дійсно час танків доходить до кінця, тому що, ну, будь-який танк на полі бою зараз просто найсмачніша ціль для FPV-шек, для дронів. І тому, відповідно, ну, от що, все? Можна сказати, що час танків таки дійсно закінчився, чи ви з тим не погоджуєтесь? Ну, давайте так. Почнемо з того, що танки хоронять на моїй пам'яті вже, наверное, раз 10-й. З появлением паус-патронів, з появлением ПТУРов, з появлением вертольотів. Вертольоти – це душі погибших танків, з появлением... Ну, в общем, противоборство снаряда і броні продовжується. С появлением кумулятивных снарядов говорили, что все, теперь броня закончилась, появились противокумулятивные экраны. Вот сейчас что происходит? Ну, во-первых, есть масса систем активной защиты, динамической защиты, есть системы радиоэлектронной борьбы, которые откидывают и нивелируют дроны. То есть, да, какое-то время определенный урон танковой техники, броневой техники, FPV-шки и ланцеты и другие дроны наносят и будут наносить. Но уже есть достаточно неплохие разработки и на Западе и у нас, которые позволяют эти дроны сбивать с цели, которые позволяют их уводить в сторону, которые позволяют их дистанционно подрывать. То есть танк при всей его, казалось бы, уязвимости, достаточно живучая штука, и похоронить его, наверное, еще долго не удастся никому. Потому что на сегодняшний момент танк – это наиболее защищенная машина поля боя, оснащенная мощным либо 120, либо 125-миллиметровым орудием гладкоствольным, позволяющим работать на дальности как прямого выстрела, так и с закрытых позиций. Кроме того, эти машины способны двигаться по грязи, по бездорожью. Ну, в общем, известно, что танки грязи не боятся, и танки проходят гораздо охотнее, гораздо спокойнее по многим местам, где колесная техника просто не пройдет. Так что я бы их хоронить не спешил. Зрозумів. Окей. До речі, хотів вас теж спитати вашу точку зору, тому що я, звісно, дивлюся, ну, з одного боку, ну, ми теж робимо дуже цікаві, окей, не буду це слово мангалом називати, ну, окей, захисні решітки, назвемо це так, на танках. Я вже бачу, що у нас це навіть на промисловому масштабі, на дуже багатьох виробах. Ну, але от я бачу, що у росіян це особливо цікаво, коли ти на ворога дивишся. У них, звісно, іноді ти дивишся на цю форму, і ти думаєш, боже, хто, якій сумрачній голові народилася подібна ідея. Але якщо без жартів, наскільки це ефективно? Наскільки ці мангали зараз дійсно ефективні в боротьбі з FPV-шками, ланцетами і всім таким іншим? Мангал, так називаємо, по суті, противокумулятивна решетка, ефективна для боєприпасів, для боротьби з боєприпасами, які збрасуються з верхньої проекції. Якщо ходит под углом, там, где этого мангала нет, идет поражение либо в заднюю полусферу башни, либо в моторно-трансмиссионное отделение, либо там под маску орудия. То есть там, где танк уязвим. И там, где он решетками не закрывается. В то же время эти решетки навариваются на многие западные танки, и абрамсы, и леопарды сейчас ими оснащаются, и израильские меркавы нечто подобное применяют. Все это рассчитано на то, чтобы кумулятивный эффект, который призван прожечь броню, не сработал, а взрыв пришелся на расстоянии от непосредственно броневого листа, и таким образом уберечь танк и экипаж от поражения.
Так что эти мангалы со счетов сбрасывать нельзя. Против сбрасываемых боеприпасов они достаточно эффективны. Против управляемых дронов нет. Зрозумів. Поэтому в Сирии появляются там образцы, когда танки там вообще детки в клетке, как их называют. То есть танки обрезаны со всех сторон. Как при этом выбираться танкистом, или как при этом в случае подрыва танка спасать экипаж, это вопрос, как говорится, второй. Но такие действительно сумрачные изобретения непонятного гения появляются. Добре, ну раз ми вже розпочали про танки, ми зараз перейдемо до більш загальних оцінок, але це дуже важливе питання, над яким, я так розумію, це головне питання, яке зараз стоїть перед усіма дослідниками нашої війни. Там всі ось інтери над цим б'ються, там всі там рахують супутникові знімки, рахують, скільки там Росія виробляє танків і так далі. Так от, ну, є дійсно факт того, що, от, наприклад, буквально на днях в атаках на Роботинський плацдарм уже масово брали участь не як там якісь там неподвіжні бойові точки, а реально Т-55. Я так розумію, це танк, якому вже років 70. Чи можна говорити з вашої точки зору про те, що є хоч якесь виснаження реальне танкового парку Російської Федерації? Ну, начнем с того, что основную массу новых танков, несколько тысяч штук, ну, наши артиллеристы, противотанкисты и танкисты благополучно сожгли. Часть захвачена, часть уничтожена. Темпы выпуска российскими предприятиями танков, особенно в условиях санкций, в условиях ограничения импорта необходимых комплектующих, не позволяют не то чтобы выпускать танки опережающими темпами, но и восполнять ущерб. Поэтому сейчас действительно поднимаются запасы бронетехники со складов длительного хранения, с баз хранения. Но в любом случае танки остаются танками, и даже если Т-55 со своей пушкой уступает современным танкам Т-72 или Т-90 или Т-64, все равно 115 мм пушка в бронированном корпусе, работающая по пехоте или по укрепленным точкам, или по автомобилям, или по легкой бронетехнике, эта штука опасная. И когда, приведу просто пример, однажды одного израильского летчика спросили, что вы можете сказать о противоборстве вашего истребителя F-16 и российского МИГа? Говорит, ну если один на один, вопросов нет. Если один на 5, на 7, тоже вопросов нет. Но если один против 20, тут уже, как говорится... Поэтому можно сказать, что идет аналог танка мясного, так назовем его так, штурма, когда они просто валят массой. И сейчас использование танков Т-55, Т-62 показывает, что новые танки не в состоянии выпускать в необходимых количествах, а б, что у них этого железа и металлолома, который вполне себе смертоносен, еще с избытком. В принципе, человек прилети из фузеи или пищали в средневековье, и человек под этого погибнет не менее гарантированно, чем от выстрела из снайперской винтовки. Все зависит от того, на какой дистанции и в какую часть человека попадет эта пуля. Так что я бы не стал смеяться над танками Т-55 или Т-54 или Т-62. Я не сміюсь, мене цікавить просто кількість, розумієте, тому що є різні підрахунки, які там різні кажуть, на 2 роки, на 5 років, ще наскільки їм вистачить, і знову ж таки, от, коли ти аналізуєш, ну, я аналізую, окей, дійсно розумні люди аналізують, наприклад, супутникові знімки їх найбільших баз зберігання, в тому числі там за Байкаллям і так далі, то там дуже цікавий момент, що да, ніби танки є, але чи можна оцінити, який їх стан, грубо кажучи, тобто, може це просто остов стоїть, з якого все поскручували? Об этом и речь. Поэтому определить, в каком состоянии танки, в каком состоянии они находятся, они на складах хранения, бывает тяжело. Мне наши танкисты рассказывали, что попадались к ним российские танки Т-64, снятые с баз хранения, которые находились просто в идеальном состоянии, то есть там даже все выключатели были замотаны в оберточную бумагу, орудия выверены, то есть садись и воюй. Но попадались и экземпляры, которые вообще непонятно было, каким образом они ездят. Как они вообще доехали до линии боевого столкновения, потому что наши ремонтники с этим трофейным танком возились больше, чем с танком с боевыми повреждениями. Ну, поставили его на ход. То есть раз на раз не приходится, и поэтому ни к одному из экспертных умозаключений относительно количества российских танков я бы не стал относиться со 100% гарантией, потому что, опять-таки, неизвестно ни в каком они состоянии, ни в каком состоянии их вооружения, ни в каком состоянии двигателя. То есть тут спутника это не разглядишь.
Ну і тоді не можу вас не спитати, тим більше з вашим досвідом, скільки ви бачите і скільки ви знаєте. Якщо порівнювати, ну скажімо так, професійний рівень українських танкістів і росіян в плані і взагалі тактики використання танків і от всього, що можна сказати про сильні слабкі сторони, у кого є переваги, які ви бачите, які дійсно варто про це, правда, публічно говорити, звичайно. Ну, я в всяких случаях отвечаю жителям Киева, Харькова, там, других городов, которые находятся на территории. Выгляни в окно, видишь российские танки? Нет, не видишь. Значит, наши танкисты как минимум не хуже. Зрозумів. Ну, я просто чому питаю, тому що я так розумію, у нас же ж тактика зовсім різна, бо, вибачте, їх просто набагато більше. І я так, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю, що кілька разів було трагічні моменти, коли наші, звичайно, пробували великими колонами наступати, не будемо казати, де коли, але закінчувалося досить погано. Тому, відповідно, мені цікаво, чому от з цієї точки зору. Ми то танки, я так розумію, в першу чергу з захисною метою використовуємо. Чому я її хотів, якщо можна порівняти тактику їх використання, от з цієї точки зору? Ну, смотрите, значит, танки в качестве основного средства прорыва применялись, наверное, массово и первый и последний раз в этой войне. Это во время Харьковского наступления в прошлом году. То есть тогда действительно ударные танковые группировки заходили в тылы россиян, громили их на путях отхода, в том числе трофейные Т-80 за счет более высоких скоростных характеристик. Там захватывали, россияне бежали, бросая даже там, нашумевшие, обошедшие все экраны ролик. Целая танковая рота полнокомплектно была брошена вместе с топливозаправщиками. Вот. Но в основном танки, конечно, используются как средство по непосредственной поддержке пехоты в уличных боях, как средство усиления пехоты, как орудие для борьбы с закрытых позиций. То есть танк выезжает, стреляет, отрабатывает с закрытых позиций. Вот. И эту тактику перенимают сейчас и россияне, и ее с успехом используют наши. Дело в том, что при насыщенности средствами противотанковой обороны переднего края и тех же дронов и всего остального, когда есть, условно говоря, два или три или один путь, по которому танк может пройти разминированный или готовый для прохождения тяжелой техники, и на него изначально наведены гранатометы или там средства другие противотанковые или системы залпового огня реактивные, то когда танк идет по разминированной дороге, по нему, естественно, открывается огонь со всех сторон, и в этом случае танки очень часто уничтожаются. Это и наша судьба таких танков бывает, горят машины, и россияне, естественно, тоже. Поэтому в последнее время танки предпочитают использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций, то есть он выходит на готовую позицию, заранее оборудованную, привязывается, отрабатывает по цели на дальностях 4-5 километров, и успевает уйти. Иногда не успевает, либо российский, либо наш. То есть тут война. Поэтому чем быстрее выйдет танк, чем быстрее он отработает, чем слаженнее, чем надежнее экипаж, тем больше шансов сохранить и технику, и свою жизнь. Как показывает, опять-таки, опыт войны, не помогла ни 5-й гвардейской Тацинской дивизии, вся их бурятская, победоносная, орденоносная и прочая компания, которые побеждали на всех танковых биатлонах, они благополучно сгорели. Если вспомню, когда был успешно разгромлен наш авангард одним российским танком, по-моему, Алёша его звали, они из этого собираются делать всероссийский шум, рассказывать, какие они молодцы. Но у нас есть десятки примеров того, как наши танкисты из засады или в лобовых столкновениях жгли противника десятками, то есть там под Волновахой. Второй батальон 17-й танковый, там бывало, что просто одним снарядом прошивал насквозь две БМП российских. Бывало так, что из засад работали танки под Киевом, сжигая колонны техники. Так что, в общем, уровень подготовки наших танкистов, я считаю, выше, чем российских. Супер, дайте Бог. Це дуже важливо і круто. Добре, ну тепер, як з вашого дозволу, я не міг з танків не розпочати бесіду з вами, але, звичайно, дуже цікаві, враховуючи, що ви постійно перебуваєте там, і ваші цікаві... Постійно я перебуваю в Києві. Ну, тим не менше, ваші фотографії явно дають зрозуміти, що ви там буваєте постійно, тому це ж таке. Буває, так.
Так от, власне, цікава ваша точка зору. Звичайно, ми там не будемо зараз, напевно, все говорити, бо, напевно, і не треба все говорити під час розпалу подій. Але, ну, от ваші оцінки того, що відбулося цієї 4-місячної битви за Авдіївку, під Авдіївкою, тобто, які, чи можна вже підвести якісь певні підсумки, робити якісь певні, виокремлювати тенденції, ті, які ви зараз бачите? К сожалению, да. Дело в том, что после того, что устроили россиянам бахмутскую мясорубку, наверное, видели уже эту медаль за бахмутскую мясорубку, которую собирался раздавать Пригожин или пригожинская банда своим уцелевшим вагнеровцам. Авдеевку они брать в лоб не стали, они ее пытались брать обходами, охватами. Сколько их там лежит на этих полях смерти? Посчитать трудно, уже там есть подсчеты, что есть, ну, в общем, расчет. Десятки тысяч, дуже багато, да. Вот, причем раненых не давали эвакуировать, ни они, ни мы не могли иногда вытащить раненых. В общем, мясорубка была, конечно, еще та. Но основной урок, который вынесли россияне из битвы за Бахмут, из других битв за другие города, в том числе сирийские, это массированное применение авиации с дальних дистанций с применением корректируемых авиабомб, так называемых КАБов, которых уже, наверное, слышали все. Вот это полутонная дура, в которой 380 килограмм взрывчатки, и в эту воронку может спокойно поместиться танк. То есть, когда она прилетает, то веселого мало. Кроме того, работа артиллерии с дальних дистанций, где недостатки систем наведения компенсируются массовостью стрельбы. Если посмотреть на аэрофотоснимки полей под Авдеевкой, там даже не лунные пейзажи, вообще непонятно что. То есть там воронка на воронке сидит, и действительно городов остаются скелеты, остовы. Если посмотреть, что сделали россияне с Марьинкой, что они сделали с Северодонецком, что они сделали с зарубежным, что они сделали с тем же Бахмутом, с другими городами. То есть они массово применяют авиацию, массово применяют артиллерию. Пехота идет в бой волнами. В общем, в первой волне идут люди, которых не жалко, не люди, россияне. То есть неподготовленные, бывшие уголовники. То есть то, что называется мясо. Их кладут, кто-то накапливается, по ним идут следующие. В итоге там формируется, условно говоря, пошло 10 человек, осталось двое. Пошла следующая десятка, осталось еще двое. То есть таким образом накапливается небольшой ударный кулак. Потом идут обученные, готовые, натроченные специалисты. И таким образом осуществляется прорыв. Или захват наших позиций, когда там уже просто их некому защищать после работы артиллерии или авиации. Кроме того, в Авдеевке россияне применили достаточно нестандартный ход, прорыв по подземным коммуникациям и заход в тыл одной из наших позиций. На царской охоте, да. Угу. Наверное, в результате чего эта позиция была утрачена, и люди частично погибли, частично попали в плен. То есть россияне учатся. И что бы о них ни говорили, как бы их там ни называли, чмобики, мясо и все остальное, противник опытный, противник опасный и противник очень достойный. То есть поэтому отношение к россиянам как к какому-то мусору, я считаю, шапкозакидательским и даже вредным. Далее, что касается вообще уличных боев. С точки зрения любого военного специалиста, уличные бои – это самое кошмарное, что только может быть. Потому что во время ведения уличного боя, если в поле у тебя идет огонь на одном уровне, в городе у тебя огонь идет с трех уровней, то есть с фронта, с фланга, с тыла, сверху, при прорыве коммуникации снизу. То есть угроза появления противника в городе, в городских условиях, в условиях городского боя возрастает многократно. Каждый дом, каждый дот, каждый обрушенный подвал, каждый, не знаю, каждый трамвай или там троллейбус, брошенный где-то на перекрестке, может стать огневой точкой. Обилие укрытий, обилие возможностей для прохождения в тыл, для отрезания групп противника, которые проходят или пытаются пройтись. Ну, можем вспомнить те
те же самые бои за Сталинград, те же самые бои за Будапешт, за Берлин во время Второй мировой войны. Можем вспомнить бои за Грозный, когда россияне работали в районе площади Минулка, знаменитое место, где они работали танками, танковой каруселью, впервые применив ее после Второй мировой войны. То есть танки работают вдоль улиц, поддерживая пехоту. От работы конвейер ушел, заходит следующая пара, они так работают, ведя непрерывный огонь, и под прикрытием тяжелой брони продвигаются вперед штурмовые группы. Кроме того, в условиях городского боя очень часто возникает слоеный пирог, что делает невозможным применение авиации, когда, условно говоря, на одной стороне улицы наши бойцы, на другой стороне противник, или на первом наши, на втором уже прорвавшийся неприятель, на третьем еще сидят наши, друг по другу опасно гранатами закидывать, тоже не очень хорошо. В общем, как говорят, если есть понятие «откромешно», то его вполне можно применить к уличным боям. И поэтому, если взять бои за Алеппо, если взять бои за Мосул, если взять бои, допустим, в том же Грозном, массовое применение авиации, тяжелых боеприпасов, в том числе термобарических, в том числе запрещенных всеми видами конвенции, это применение химического оружия. В Алеппо были применены так называемые бочковые бомбы, когда просто бомба наполнялась взрывчаткой, бочка наполнялась взрывчаткой и поражающими элементами, и такая дура сваливалась на кварталы, где жили и мирные жители, и противники режима Асада. И там, конечно, мало что живое оставалось. Так что, в том, что касается уличных боев, ну, никому не посоветую в них попадать. Собственно говоря, даже те, кто бои, которые были тут под Киевом, при освобождении Дмитровки, при уличных боях в Ирпене, в районе Мощуна, то есть те, кто в них принимал участие, тоже вспоминают об этом как о каком-то кошмаре, когда прыгали через заборы, когда бегали через простреливаемые участки, когда непонятно откуда мог прилететь пакет градов, минометы работали в городских условиях. В общем, тем не менее, тактика россиян уличных боев и пяти городов отработана на примере Сирии, и авиационная, и артиллерийская, и на примере Грозного, и на примере других городов в Чечне и в той же Сирии. Так что, как показывает, к сожалению, опыт, они сравнивают с землей территорию, для чего заходят. И когда идет российский пропагандист и рассказывает, что Марьинка наша, Марьинка освобождена, вот развивается наш гордый российский флаг, и показано, что флаг прицеплен к какому-то забору или к какому-то обломку, непонятно, как, сколькоэтажного дома до его разрушения, такие мысли при этом возникают, я думаю, пояснять не нужно. Такий момент, я так розумію, що, ну, звичайно, по великому рахунку росіяни спочатку намагалися Авдіївку, от як ви казали, взяти в кліщі, але завдяки, от тут просто хочу в черговий раз просто низько вклонитися до землі окремо 47-й бригаді, яка прийняла цей дуже серйозний удар в районі селища Степове, і, до речі, так і не пропустили їх в це селище до кінця, навіть до сьогоднішнього дня. І тому ці в результаті кліщі, ну, не вдалися. Але я так розумію, що через те, що росіяни дуже сильно охопили Авдіївку, ми туди не могли завести нормальне ППО, і через це вони могли безборонно просто нас зрівняти оцими кабами. Я так розумію, це стало найбільшою проблемою? Чи, може, якось по-іншому ви це бачите? Ну, во-первых, як я вже говорив, росіяни працювали всіми видами авіаційного і наземного вооруження по городам. Значит, по поводу того, чим держати на расстоянии самоліт-носителі цих кабів, ну, то, що наші сили противовоздушної оборони, или, как уже совершенно заметили, повітряні сили повідомили, що збито 7 російських літаків за останні декілька днів. Вот. І якщо исходить з того, що чим далі цей самоліт держиться від лінії бойового столкновення, від точки зброса каби, тим спокійніше дишиться піхоті. Здесь опять предвосхищаю ваш вопрос относительно самолетов типа F-16, которые нам обещают передать и вот-вот-вот-вот-вот-вот. Значит, дело в том, что сам по себе самолет F-16, который может стать инструментом для борьбы как с носителями кабов, так и с носителями других авиационных ракет, которые весьма и весьма докучают нашим согражданам, можно рассматривать F-16 в первую очередь как платформу для различного рода авиационного вооружения с различными дальностями поражения. Ракеты воздух-воздух, позволяющие работать на, не буду озвучивать цифры, на больших дальностях. То есть, если сейчас россияне со своих самолетов могут наши штурмовики в
выпасать на дальность до 200 километров, реально до 180, то американские или западноевропейские ракеты могут эту дистанцию перекрыть и тем самым несколько расчистить небо. Так что поэтому остается ждать. Кроме того, слышали уже, наверное, тоже о тактике так называемых засад. Когда воздушные обороны выдвигались в определенную точку, где их не ожидали, и просто подлавливали российские самолеты в самый неожиданный момент. Комплекс ПВО – это цель слишком лакомая для большинства российских и летчиков, и диверсионных групп, и всего остального, поэтому их работа не афишируется, как они выглядят, где они перемещаются, кто на них работает, не рассказывается. Ну и поэтому комментировать работу наших сил противовоздушной обороны, оснащенных западными комплексами, типа «Асамти» или «Патриот», я тоже, с вашего позволения, не буду. Хотя результаты их работы вы все видите. 100%. Головне, щоб їх було побільше. Це єдине бажання, до яке хочеться передати нашим західним союзникам. Бо якщо мені пам'ять не зраджує, на озброєнні Німеччини і Нідерландів їх то штук 60 стоїть. При всій повазі, нафіга вони їм зараз от треба? Ну от мені так цікаво. Якщо Україна програє, то я не думаю, що Німеччина зможе навіть 60 штуками патріотів щось втримати. Чи це я так, wishful thinking, що називається в даному сенсі, не передають вони в великій кількості їх ще більше? Ну, я повторюсь, я не буду коментувати нічого, що зв'язано з комплексами противоположного. Окей. Добре, тоді давайте спробуємо без питань. Да, вибачте, тут просто якісь проблеми зі зв'язком, не чув, що ви говорите, сорі. Да, так от, власне, дуже цікава ваша оцінка того, що буде відбуватися далі, тому що росіяни продовжують зараз наступати на Авдіївському напрямку, і на Бахмутському напрямку, і на Лиманському напрямку, і на Роботинському напрямку, і, на жаль, я не знаю, як правильно сказати, напевно, Вугледарсько-Мар'їнський, чи як його правильно так назвати, чи вже Курахівський. Ну, тобто, практично всюди. І тому дуже цікава ваша точка зору, де вони, з вашої точки зору, можуть пробувати перенести основні зусилля, а головне, наскільки їх ще вистачить от в такому темпі наступати, як зараз, на кількох напрямках? Я думаю, що тут, скоріше всього, йде тактика прощупування і продавлювання, і там, де буде обозначений успіх, туди вони будуть переносити основні усилля. Ломанулись під Роботино, вигрібли, відкатились. Сумели немножко продавити в районі Угледара, як ви говорите, в районі Курахова, будуть ломитися туди. Пытаются развивать наступление из-под Авдеевки дальше. Там стоит 47-я, там стоит 53-я бригада. Это тоже не секрет, что они там стоят. И не выдаю никакой военной тайны. Бригады фронт держат. Но насколько их хватит, тоже сказать сложно, потому что россияне подтягивают свежие силы. Россияне подтягивают резервы. В общем, это война, и поэтому здесь что-либо прогнозировать крайне сложно, а любые прогнозисты, которые будут считать количество танков, количество людей, количество подразделений, соединений российской армии, не, при всем желании не могут учесть ни количество обученного личного состава, ни количество качества бронетехники, которая им придается. То есть, как говорят математики, в общем виде задача не решается. Да, на фронте сейчас тяжело. У нас не хватает людей, у нас не хватает снарядов, у нас не хватает... Много чего не хватает, к сожалению, мы это знаем. Озвучивать это лишний раз, с одной стороны, нужно, чтобы до людей дошло, что ситуация тяжелая, ситуация может стать еще хуже. С другой стороны, не хочется, как говорится, разгонять зраду. Вот, но на фронте тяжело, россияне давят, давят там, где могут надавить. Вот поэтому вспоминаю за слова известного журналиста Евгения Петрова, того самого, который Ильф и Петров, когда он описывал оборону одного из городов советских, что бойцы не говорят, мы удержимся или мы продержимся, они говорят, ничего, держимся. Тоже можно, то же самое можно сказать и здесь. Бригады держат фронт, бригады воюют, пополнение готовится в учебных центрах, работают и офицеры, и сержанты на подготовке личного состава. Ну, в общем, тяжело. Тоді, якщо можна, я тоді таке контроверсійне питання задам, знову ж таки.
Це скоріше західні, звісно, експерти пишуть. Я одразу розумію ваш скепсис, тому що дійсно дуже часто, на жаль, люди навіть, може, цілком розумні в військовому сенсі, не до кінця розуміють специфіку нашої війни, особливо з тих країн, де нема проблем з авіацією, нема проблем з балістичними ракетами, з РСЗО і з купою різних речей, де у нас є проблеми, на превеликий жаль. А головне, там ні в кого не було досвіду війни з ядерною країною, яка в 5 разів більше, ніж ти. Це, напевно, найважливіший момент. Але чимало з цих експертів пишуть от приблизно таку логіку. От якщо от, з приводу того, наскільки росіян ще вистачить. Що по великому рахунку, з моменту, коли українські збройні сили, ну там десь приблизно з 2 половини травня минулого року і аж десь до жовтня знаходилися, назвемо це, в наступальних більше діях, от весь цей час росіяни готували свої резерви, намагалися гасити наш наступ там як могли, а от тепер вони це все використовують. Ну і, мовляв, якщо ви хочете зрозуміти, скільки вони будуть наступати, то от приблизно стільки ж, скільки вони готували ці резерви. Наскільки адекватна є от подібна логіка? Ну, с точки зрения формальной логики, может быть, и безупречно. С точки зрения военной, когда подготовленная бригада сгорает в течение 2-3 дней, то есть если они ее готовили месяц, а наши ее размотали за 2-3 дня, или какую-то часть, ну, не бригаду, скажем так, не полк, не дивизию, определенную часть, которая готовилась, как я уже сказал, 3 месяца, уничтожена за 2 дня, ну, как-то вот трудно предположить, чтобы эта бригада, уже уничтоженная, наступала еще 2,5 месяца, или там почти 3, после своего уничтожения. Все-таки до зомби-апокалипсиса мы еще не дошли. Ну, це да. Просто, ну, наскільки, ви правильно кажете, що вони там давлять, але вибачте, ну, скажімо так, вони зібрали дуже багато людей. І мені цікаво, наскільки вони зможуть підтримувати такий темп, як зараз, коли, ще раз, вони фактично на 5 напрямках намагаються достатньо великими силами наступати. Ну, це ж дуже велике навантаження сил. Скільки вони ще це зможуть витримувати з точки зору всього, і людей, і снарядів, МТО, ну, будь-чого. Невже вони просто бездонні? Якісь ресурси вони можуть перти так, як ніби зараз, там, не знаю, квітень 22-го року. Ну, вони не бездонні. І в квітні 22-го року вони вже не дуже перли, вони вже осуществляли жести доброї волі. Тому що, як сказав відомий поліцейський офіцер, тому що отримали. Да. Іменно, іменно це саме. Да. Так що товариш Жуков сказав тоді предельно чітко, позивний маршал. Ми всі розуміємо, кому ну, да, речі. Звичайно, так. Да. Вот, кто не понимает, тому поисковые системы в помощь. Вот насколько их хватит в таком темпе, опять-таки, зависит от того, насколько успешно мы сможем им противодействовать. Потому что, допустим, кассетные боеприпасы очень хорошо вычищают российскую пехоту, противотанковые средства очень хорошо вычищают, или ФПВ-дроны, легкую и тяжелую бронетехнику. То есть зависит от того, насколько быстро и насколько интенсивно мы сможем их уничтожать. От этого зависит строк, сколько они смогут наступать. Ну, а реально, в общем, я думаю, что еще не на один месяц их может хватить. Угу. Сил много, и мобилизация, в том числе скрытая, у соседей происходит. Причем готовят их с учетом опыта войны, учатся они достаточно быстро. К сожалению или к счастью, наши приемы оказываются лучше, наши тактические приемы оказываются эффективнее, но они перенимаются россиянами, и россияне их тоже берут на вооружение. Угу. Так хватит их, может быть, еще, к сожалению, надолго. А з точки зору підготовки конкретного бійця, українського і російського, тому що, ну, от, дуже різні оцінки, іноді, ну, тобто, найчастіше кажуть, що погана в них підготовка, але з іншого боку, іноді у них дуже добра підготовка, от, як ви згадали, царська охота, ну, на жаль, це прям дуже крута операція, як це не прикро визнавати, але це дуже розумно, дуже круто і дуже непогано. Тому, от, якщо порівнювати, от саме, я не кажу там якісь елітні бригади, не елітний там спецназ, а от стандартний ОМБР українське і стандартна якась там мотопіхотна дивізія російська. От що б ви визначили з точки зору порівняння бійців? Лучше всего об этом говорят результаты боев. Если позиция удержана, значит лучше подготовлены наши бойцы. Если позиция сдана, оказались лучше подготовлены бойцы противника. Зрозумів. Ще парочку буквально питань, якщо можливо, з приводу... Да-да. Сильно зависит от целого ряда факторов. Потому что есть бригады, которые воюют лучше, есть бригады, которые воюют хуже. Есть бойцы, которые
умеют воевать, есть бойцы, которые не умеют воевать, как с нашей стороны, так и с той стороны. Ну, в общем, я же говорю, если мы в условиях подавляющего превосходства противника в живой силе, в артиллерии и во всем остальном позиции держим, значит, наверное, все-таки мы подготовлены получше, чем они. Добре, цікаві ваші оцінки з приводу ще двох компонентів. Ну, по-перше, повітряна війна, ну, про каби то ми сказали, це історія про фронтову, скажімо так, частину. Але дуже цікава ваша оцінка того, що відбувається з точки зору, в принципі, стратегічної авіації, ракетних ударів, цієї ефективності. Ну, я про кількість ракет, це вже мовітон питати, я про це не питаю, я, хоча це теж цікаве питання насправді. Так от, що з цим? Ну, просити можна, точний відповідь дати, ніхто. Ну, просто, от, наприклад, пан Юрій Ігнат, от ми нещодавно був в ефірі, я йому теж, звичайно, це питання задавав, він вважає, що у них все ок, вони виробляють. При цьому, ну, є дуже різні оцінки з приводу кількості їх ракет, знову ж таки, багато хто говорить, що по великому рахунку той великий запас, який вони зробили за 3-місячну паузу восени, вони вже вистріляли. Це не означає, що не буде обстрілів, вони будуть, просто вони не можуть собі дозволити так, як там умовно зробити, як 29 грудня чи 2 січня, коли тупо засипали всю Україну. Так от, цікава ваша точка зору, оцінка ефективності, скажімо так, дії російської стратегічної авіації і взагалі оцієї ракетної війни проти України? Ну, скажімо так, коли росіяни розказують, що вони уничтожили вже в 128-й раз всю нашу оборонну промисловість, всі наші заводи, всі наші учебні центри, всю нашу авіацію, всі наші аеродроми, ну, це вже, як говориться, можна закивати пальці, скільки раз нас похоронили. С другой стороны, сказать, что россияне мажут или все отбивается, тоже нельзя, потому что некоторые ракетные удары и некоторые бомбовые удары достигают цели, и определенный урон они нам наносят. Что касается борьбы со стратегической авиацией, тут я уже говорил, могу повторить, доставать самолеты на рубежах пуска над Каспием там, или где они выходят на рубежи, когда поднимаются со своих аэродромов в глубине, нам пока что нечем. ПВО, работающее на такую дистанцию, в принципе, не существует. Рассчитывать на то, что какие-нибудь неопознанные истребители поднимутся с какой-нибудь третьей страны, нанесут удар в воздухе и также неопознанно исчезнут, как это происходит в районе Сирии, когда Израиль не опровергает, но и не подтверждает. И вообще не комментирует ситуацию, когда на территории Сирии разносятся в щепки иранские или другие склады, или склады боеприпасов неопознанными самолетами. Поэтому пока нет возможности сшибать самолеты в воздухе, остается их либо подрывать на аэродромах, в частности, как был уничтожен Ту-22 М3 на аэродроме, или как были на аэродроме был уничтожен, поврежден сильно, один самолет ДРЛО. В Беларуси тоже известная операция дронами. Можно вспомнить иные успешные операции по атаке аэродромов российской стратегической авиации. Но борьба с ними должна вестись, и будет вестись, я думаю, и диверсионными группами. Это не секрет. Уже пошла информация о том, как наша диверсионная группа, пройдя 600 километров по тылам противника, уничтожила один самолет и повредила другой. Работать дронами, дронами дальнего действия, которыми били по нефтяной инфраструктуре россиян, если вы помните, в январе достаточно мощно, активно. То есть здесь возможности в воздухе их сбивать у нас пока нет. Появится или нет, я опять-таки сказать не могу, потому что не знаю. А если знал бы, то не сказал бы, естественно. Так что это к товарищу полковнику Юрию Игнату. Он это более знает, что можно говорить, что нельзя. Вот, но в целом, конечно, то, что они применяют С-300, и то, что они применяют С-400, обстреливая Харьков, то, что они применяют ракеты, которые по разным маршрутам маневрируют, которые бывает, что запускаются ракеты с болванками вместо боеголовок, бывает, что запускаются ракеты с боевой частью. Уже появились цирконы, уже появились корейські ракети. До речі, що ви про корейські можете сказати? Дуже цікава ваша точка зору. Може, ви щось чули з приводу ефективності? Бо я єдине, що скажу, що те, що мені говорили, ну, м'яко кажучи, лажа. Це те, що я єдине так скажу від моїх знайомих ППОшників, що воно лажа. Але ця лажа несе дуже дофіга вибухівки. Всі пам'ятають, я думаю, цей кратер біля Бучі, коли прилетіла ця дура величезна. Ну, от об цьому річ. Тобто в цьому випадку вона попала в ліс,
Тунгусский метеорит номер 2, если такая дура ляпнется посреди города. Плохо, или... очень плохо. Будет очень. Если мы вспомним, как они выпускали свои ракеты в сторону Японии, в сторону моря и грозили всему миру, вот, над этим посмеивались, над этим ерничали, но тем не менее, какие разрушения она может принести, мы видели на примере этого кратера, и это при том, что ракета ушла в землю и взорвалась на глубине. А если она ударится об асфальт, или попадет в город, или попадет в крышу дома, то что будет вокруг, мне, честно говоря, даже страшно представить. Тобто, ну, в общем, надо сбивать по-любому, иначе будет беда. Надо сбивать по-любому. Мы как-то уже проводили с одним из сайтов исследование, подготовил материал, что чем можно сбивать. То есть там калибры сбиваются, да, по сути, легкомоторный реактивный самолет беспилотный. То есть сбивается всем, чем можно сбивать самолеты. Шахеды сбиваются тоже достаточно спокойно мобильными группами из крупнокалиберных пулеметов, из зенитных пушек скорострельных. Ну а то, что уже посерьезнее, могут перехватываться либо сам ТНТ, либо патриотами. Вот. Но тут опять-таки нужно вспомнить логику израильского железного купола, когда они рассчитывают, куда упадет ракета, запущенная из той же Газы, и сбивают только те, которые могут принести ущерб. Но в данном случае это не работает, потому что ракеты идут по траекториям непредсказуемым, изменяя маршрут в процессе полета. И поэтому, куда она в конце концов нацелится. Бывали случаи, что ракета долетала до Польши, потом разворачивалась на Винницу. Бывали случаи, когда ракета шла по руслу Днепра, потом опять-таки поворачивала куда-то в другую сторону. То есть они меняют маршруты, меняют тактику прорыва наших систем обороны ПВО. Поэтому любая цель должна быть уничтожена. І останнє питання. Єдиний компонент, про який я вас не спитав, це, звичайно, морський. Про нього дуже багато говорять як великий успіх. І я тут погоджуюсь, звичайно, це величезний успіх. Країна, яка фактично не мала, по суті, нормального флоту, зараз, по суті, відігнала російський флот аж щонайменше за південне узбережжя Криму. Тим не менше, вже часто я чую бравурні заяви, що все, ми вже там побіділи. Ну, я вибачаюсь, ви навіть цю картинку подивіться, навіть якщо ми потопили 20% флоту, то якби решта лишилася. Тому ваші оцінки того, наскільки, яка є ситуація на морі, наскільки ще, на жаль, вони можуть створити проблеми для зернового коридору, наскільки вони можуть знову стати тим фактором, яким вони були весь 22-й рік? Ну, тим фактором, которым они были 22-й год, они уже не станут. Они уже опасаются заходить так близко к зерновому коридору в наши воды. Но рассматривать безэкипажные катера, те же самые морские дроны надводные, как некое супероружие, я бы не стал. Можем вспомнить, сколько воплей было радужных по поводу байрактаров. Байрактары работали, продолжают работать. Какую-то часть сбили, какую-то часть уничтожили, какая-то часть продолжает работать. Можно вспомнить, как все кричали: «Дайте нам леопарды, дайте нам челленджеры». Ну да, леопарды себя хорошо показали. Тем не менее, есть уже определенное количество машин безвозвратных потерь. Даже, по-моему, часть танков находится на ремонте у наших союзников. Но опять-таки, это по слухам, точной информации у меня нет. Опять-таки, если бы даже и была, не сказал бы. Вот, то есть абсолютного, совершенно всепобеждающего оружия не существует. В то же время оружие, которое эффективно позволяет поражать врага в самых неожиданных местах или в самых неожиданных ситуациях, у нас есть. Дроны эти, с которыми россияне уже действительно не знают, что делать, есть они. Вот недавно потопили Цезаря Конникова, перед этим еще там потопили ракетный катер. Ивановец. Так что Ивановец. Ну, его называют катером. По сути, это, в общем-то, фрегат по водоизмещению. То есть это достаточно кусачая тварь, оснащенная немалым количеством ракет. И то, что его удалось завалить и потопить, это несомненный успех наших морских сил и других спецслужб, которые занимаются разработкой, выпуском и боевым применением этих дронов. Но опять-таки, эта тема наряду с темой ракетного вооружения и прочих систем интеллектуального оружия, скажем так, не афишируется и не освещается. Результаты вы видите: корабли тонут, корабли горят, корабли накрываются в доках. Что, где, как, насколько это эффективно,
Ну да, сейчас эффективно. Придумывают они какое-то противоядие или не придумывают? Думаю, со временем придумают непременно. Наша задача до этого времени утопить, возможно, больше их корыт. Ну, с этим, я думаю, военно-морские силы постараются справиться в меру своих сил и возможностей. От ви будете сміятися, але я от, напевно, закінчу нашу розмову тим, що ми починали. Ми там з вами з мангалів починали на танках. Так от жарти жартами, я думаю, ви теж це прекрасно бачите, що якраз от чи не найбільш обговорюваний на деяких там професійних російських форумах, на яких я там тихенько сижу, нічого не відписую, просто читаю з давніх часів. Так от там без жартів вони пишуть, окей, ладно, там реби, шмеби проти цих там морських дронів, це окей. А я вибачаюсь, як кораблі в Другу світову війну, і це ж правда, до речі, так і було, їх, в принципі, на них і ставили такі мангали проти торпед. А якщо, я вибачаюсь, вони почнуть ставити, ну, як би це тупорило не прозвучало, але от такі, от, ну, не такі, звісно, але якісь там інші, я не знаю, противолодочні, там, противоторпедні сіті, це ж може стати проблемою для нас чи ні? Бо вони про це дуже активно говорять, і я так розумію, що ця тема зараз буде точно реалізовуватися. Ну, система противоторпедних сітей не нова. Ці сіті ставились ще во время Второї мирової війни і німцями, і нашими. То есть, опять-таки, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому препятствовать чисто механическим способом снижению борта судна, борта вражеского корабля нашими дронами они, несомненно, постараются. Посмотрим, чем это закончится. Значит, нужно будет запускать дроны, первый рассчитанный на прорыв этой сети, второй для поражающей. То есть, опять-таки, будет то, что называется тандемный боеприпас, когда одна часть срабатывает на первую часть защиты, вторая срабатывает уже внутри. То есть, повторюсь, идет противоборство снаряда и брони, которое тянется уже не первый век. Тобто, в принципі, таке вже було, і це теж не гарантія, що вони зможуть боротися, знову ж таки, з тими, по суті, ну це ж як торпеда, можна сказати, тільки, ну не знаю, чи можна, звісно, цей дрон торпедою вважати, напевно, не зовсім можна. Ну, скоріше, його можна назвати аналогом Брандера. Судно, которое управлялось определенным контингентом отчаянных сорвиголов моряков, которые в горящем виде подходили к вражеским кораблям и сжигали их во время парусных битв прошлых веков. Так что я думаю, что если вспомнить, что вообще первое послевоенное применение таких управляемых, полууправляемых катеров произвели израильтяне, потопив два египетских фрегата. Это были итальянские катера, которые направлялись на цель, после чего матрос, который их вел, покидал борт и спасался там уже автономно. В данном случае участие человека не необходимо, потому что идет управление этим дроном дистанционно, или поговаривают о применении разработок типа искусственного интеллекта. То есть судно, корабль, вернее, корабль, захватывается в поле зрения этой системы, и дальше уже дрон выходит на него с наиболее оптимальных курсовых углов атаки. Так что я думаю, что даже если россияне что-то попытаются придумать, противоядие для них найдется. Зрозумів. Добре, величезна вам подяка за дуже цікаву розмову. Дуже цікаво було послухати ваші думки. Удачі вам в вашій роботі, бережіть себе, вдалих вам матеріалів і вдалих вам фотографій. І головне, щоб всі, кого ви знімаєте, були живі і здорові. От таке, напевно, буде моє вам побажання. І з перемогою, і добре виконаним завданням повертали з усіх своїх бойових завдань. Дякую вам ще раз дуже. Це був пан Олександр Шульман, відомий український військовий журналіст і військовослужбовець тепер. Раджу вам підписатися на його сторінку, ну і взагалі слідкувати. Він, в принципі, достатньо активно публікує багато цікавої інформації, багато цікавих публікацій в різноманітних засобах масової інформації з і історіями наших воїнів, і з фотографіями дуже цікавими, які... Ну, я особисто дуже люблю, коли пан Олександр фоткає танки, бо коли людина щось любить, воно в нього дуже добре виходить. І в нього завжди на танк дивишся, аж погладить хочеться, особливо якщо свій. Чужий можна теж, але тільки якщо згорівший, або вже коли він здав наші, на ньому є наші знаки розрізнення. Дякую вам дуже за увагу, що дивилися. Допомагайте Збройним силам України. Не забувайте, друзі, що це народна війна для нас. І якщо ви раптом вирішили, що хтось справиться без вас, ви дуже сильно помиляєтеся. Кожного разу, коли хтось забуває допомагати Збройним силам, в цей момент росіяни стають сильнішими на одну людину. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.